Московского информбюро. В течение 24 апреля войска Первого Белорусского фронта, продолжая наступление, форсировали реку Дамы и заняли пригороды Астерсхоф, Рудов, Альтклиники, Бонсдорф, где соединились с наступающими с юга войсками Первого Украинского фронта. Одновременно войска фронта вели уличные бои в северной и восточной части Берлина. В боях 23 апреля войска фронта взяли в плен более 3000 немецких солдат и офицеров. Авиация Краснознаменного Балтийского флота потопила в Балтийском море транспорт, быстроходную десантную баржу и самоходный понтон противника. Нашими кораблями в Баренцевом море потоплена немецкая подводная лодка. За 24 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 76 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях сбито 99 самолетов противника.